лет, я занимаюсь рисованием более 6 лет. Сначала я записалась на курсы по рисованию. Моя учительница научила меня всему, чему можно было. Она училась в художественной школе. И я очень люблю рисовать в стиле реализма. То есть я очень еще люблю рисовать портреты и пейзажи. И сегодня я бы хотела презентовать свою последнюю работу. Это портрет актера. Его зовут Мэйс Корнелл. Он снимался в моем любимом детском шоу. И в этом портрете я сделала акцент на одежду. То есть мне очень понравилась его джинсовая куртка. На ней было очень много деталей. Мне очень понравилось рисовать их. И на картинках вы можете посмотреть, ну, как бы поближе. То есть здесь плохо видно. Но мне вот реально понравилась очень куртка. Эта работа выполнена масляными красками. Я в последнее время рисую только ими. То есть они очень удобные, и когда закончишь работу, ты можешь начать на следующий день. То есть краска не высохнет особо, если использовать много масла. Да, все, спасибо.